Так, все, шутки шутками. Это что такое, Леска? Ты почему нас, на, Леска, твоих друзей, лицовни, ой, шидовни, лобовни закрыла? Что это? Все, короче, друзья, мне надоели ваши троллинги постоянные. Вы мне уже просто реально все снять. Да какие троллинги? Ты нас 100 000 раз даже больше троллила, и ты нас в ноги сажаешь. Что ты делаешь там? Ну, было немного в прошлом, Леска. Да ладно, что ты обидую таить-то? Нет. Поставила какие-то решетки, сундуки, Нубик. Посмотри на эту гигантскую стену с колючей проволокой. Леска, давай, все, хорош, шутки закончились. Короче, слушайте мои условия. Сегодня, если выполняете... Так. Если выполняете, тогда окей, мы, значит, 1-1. Короче... Я сейчас ухожу в свой дом, видите мой дом большой? Слушай, вот да у тебя вот тут такая стена, то, что даже дома не видно вообще твоего полицейского. Короче, пока я вы тут будете из решеточки выбираться, я тут такое что спрячу. Погоди, в общем, если вы мой сундук найдете с паролем и с листочками, так, сундук с то паролем, тогда, окей, значит, так уж и быть. Я Нубик. 4. 4, окей, ладно. Погоди, стой, а как мы будем отсюда выбираться? Ты хочешь, чтобы мы голыми руками ломали решетку? Ну ты чё? А своими ручками ломайте. Так, ладно, мы сейчас с тобой увидимся, Нубик, а я пока что предлагаю поздороваться. Короче, друзья, прием, на связи Шедимен. И другой, привет, друзья. А также Лисоуни, вообще-то, он на той стороне. Эй, привет, друзья. Короче, Леска прямо сейчас устроила челлендж. Я не знаю, что она там делает. Если хочет кто-то посмотреть, чем она там сейчас занимается, перейдите на ее канал, ребят, посмотрите. Потому что мы пока что с Нубиком будем ломать решетку. Но вы нам сейчас с этим очень-очень помогите, пожалуйста. Потому что каждый лайк, видите снизу вот эту полоску? С каждым лайком полосочка двигается. И когда будет 100%, тогда у нас точно получится как можно скорее сломать эту решетку. Вот, и, конечно же, пока у нас есть время, обязательно подписывайтесь на наши телеграм-каналы База Шидоуни, Лискоуни, Нубоуни. И напоминаем про наши мерчи, ссылка в описании. Там, ребят, находится очень много всего, различных прикольных штук, которые связаны с нами. Это очень топово. Короче, Нубик, а я уже чувствую силу лайка под этим видео, так что я пробую ломать эту решетку. Давай ломать. О, Нубик, у тебя получилось уже, что ли? Нет, мне показалось, как будто сломалась у тебя решетка. Все, давай, ломаем, друзья, давайте. Вот я чувствую то, что лайки даже сейчас тут ставят. Леска пока там пим-пум свои делают, мы тут это... Пока вы делаете пим-пум, мы ломаем решетки. Давайте, так, Нубик, давай, пожалуйста, есть, у меня получилось. Так, давайте я помогу. Нет, Нубик! Стой, погоди, я посмотрю тут. Что такое? Стой, тут среди способов вот такая штука была. Нубик, вылезай. Так, тут сюда вот положим. Фух, ну что, мы выбрались, ну, Бауни. Давай сначала сделаем что? Поставь компасуту вот эту. Так, вот сюда вот поставим. Ой, ну тут какой компас на жука похож. Леска, мы все, мы к тебе идем. Что? Способ первый вообще-то, Леска. Так, Нубик, погнали. Смотри, Нубик, видишь, здесь компас. Вот этот, смотри, его не оставь сейчас. Дело в том, то, что он, скорее всего, если на него навести, видишь, там написаны координаты. Вот, там таргет X, Y и Z. Вот, короче, не перепутай. Скорее всего, если мы на него нажмем, нас куда-то перенесет. Куда, я не знаю. Попробуем. Да, давай, раз, два, три. Куда там? А-а-а, ё-моё, что произошло? Нифига, нас с самолета просто выкинуло, Нубик. Я тоже, я не понял, что произошло, короче, мы с тобой с самолета, получается, выпали. Ну-ка, я там в порядок наведу. Фух. Так, ладно, ну, Бейсик, работаем. Работаем. Шеди, следующее можно... Так, погнали. Слушай, прикольно, да, вообще, капец, такого еще не было. Шеди, мне понравилось. Ты, главное, только не перепутай, а то будешь постоянно летать где-нибудь. Что вы там делаете? Запрещено. Так, тут бронированные стекла везде у Лески, короче, не пробьешь. Так, что, попробуем проскочить? Эй, ой, Нубик, боль. А ты как? Не понял, ты как пролезла? А вот так, что ли? Лицо у меня что-то тут... Чё-то неучёт какой-то пошёл. Так, ребятушки. Погнали, ну, Бауни. Так, что у нас тут интересненького? Получается, ей будет очень сложно нас найти и ещё завалить. Ну-ка. О, туалет, Нубик, там... Ой, она там уже идет, серьезно? Так, стой. Что вы кричите, как ненормальный? Так, я спрятался, я спрятался. Что, Нубик, так, лазерная библиотека? Лазер меня тут держит. А ты где? А, так, я тебя вижу. Где вы? Я уже спрыгнула. Куда-то. Понял. Нубик, я пока что стою здесь, я прячусь в доме. Она на первом этаже. На первом? Шади. Окей, я хорошо. Обернись. Так, о, погоди, Нубик, ты прикинь. Я тут это, тут телевизор, и там Леску показывают. Но не которую Леску, ту самую. А которую Леску смерча нашего показывают, короче, прикинь. Я вообще не узнала Нубесу, стоит тут за окном какая-то рожица. Это тролл Нуб. Шеди, я уже обрадовалась, что Леску по телевизору наконец-то показывают, а ты оказался, что это не Леска. Нубик!
Что? Что такое? Я тебе подмигиваю. Я что-то нашел, но это не листочек. А, сундук нашли. Ну как так быстро? Ну-ка, стой! Это какое-то совпадение. Ай, Нубик, прощай! Все, Нубик, это конец. Она меня нашла, Нубик. Какой листочек? А тебе не кажется, что надо начинать другой, этот самый? Я думаю, что да, стоит попробовать, но меня резко в итоге засекло. Ничего себе, ты зашла! Погнали! Подожди, я сейчас... Давай, Нубик, я готов, если что. Приступать к следующему способу. А я скажу, она меня не заводила за этот раунд. О, все, отлично. Мне понравился первый способ. Слушай, первый способ... Да, мы можем комбинировать, естественно, так. Способ номер два. Комбинировать они будут. Так. Ой, где вы там? Нубик, ты прикинь, что будет, если закомбинировать, попсы, короче, попсы. Вот эту штуку, крюк и самолет над домом Лески. Ты прикинь? Ну-ка, сейчас хватит я попробую. Хватит уже там делать такие виды. Если, конечно, мы с тобой это долетим вообще до туда. Сейчас, подожди, давай сейчас все поставлю. Давай. Опа. Так, погнали. Давай, что? Какие действия? Я хочу попробовать припнуться. Короче, смотри за мной. Если у меня получится или нет, то узнаем. Так, смотри, вот я лечу. И теперь, Нубик, смотри, крюк, надо за самолет зацепиться. Не, получилось, смотри. Нубик, ты что, не долетела, что ли? Я тебя, короче, тут наверху на самолете могу подождать, давай. Сейчас, подожди. Опа, жду. Ну, так, я пока... Почему у меня об небо как-то... Кто в небо, Нубик? Что у тебя в небо там? Меня стукнуло об небо. А, не знаю, как это так? А что с тобой происходит, Нубик? Тука, а мне куда назад опять? А попробуй с моей панели прыгнуть. А вот нормально. Давай, вперед! Уже кидай крюк! Нубик, ты все время вперед иди. Так, я пока что вниз спущусь, Нубик. Сейчас. Ты когда бежишь, ты просто даже не прыгай на эту плиту. Ты просто беги вперед и все. Ладно, просто когда обычно на нее прыгаю, меня об небо как-то стукает. Слушай, Нубик, честно я скажу, вас сейчас не знаю поймаю. Почему. Так, давай, Леска, поймай. Я лечу! Давай, Нубик, надеюсь, что у тебя получится это сделать. Так, а я пока что... Там... Ничего не получается. Да что ж такое, да. Нубик, как так? Ты, походу, слишком легкая, и тебя это в воздухе там уносит ветром. Я слышу, что камера все подключила, могу за вами наблюдать. Так, тут мы почему смотрели. Почему меня не подбрасывает, я тяжелая? Да, Нубик, чего-то такого еще на самом деле не было, чтобы кого-то не подбрасывало. Меня обратно делает панель, она меня тянет. Ого, что это было? Ой. Что? Это опасные тяги. Так. Что это было? Я не знаю, Нубик, кто-то взорвалось. Лисау нездорова. Куда он девается? Стой! Нет. Лецка не заметила. Ладно, крюк не получается, я тот способ. Так, где ты? Нубик, ты можешь использовать самолет, короче. Где ты? Лецка, ты что, совсем обезумела, что ли? А я уже использовала способ. Где ты? Граната кидает в комнату ко мне. Ой, погоди, Лецка, у меня тут какая-то рамочка выпала, но листочка нет. Интересно, а был ли листочек? Так, ну-ка я проверю. Или в этой комнате ничего не было? Подожди. Не было. Наверное, она чья-то там с другого места. Короче, все, давай, Леска, пока мы тебя... Ты меня не видела, я тебя не видел. Видела. Леска! А вот, можно спросить? Ты, короче, в этой комнате я увидела то, что что-то сломалось. Че, тоже что-то сломалось, Нубик? Больше не доверяю. Нубик, короче, если что, сундук с паролем находится на втором этаже, там, где библиотека. В комнате. Хорошо. Где мы с тобой в самом начале прибирались, вот. Так. Это командная лабота, Лисоуни. Ой, товарищ. Лабота, Нубик. Слушай, Нубик, я не могу ни одного листочка пока что. Это я, Нубик, кто-то орёт, что так. Я вижу эту рожу, я так испугалась. Так, это улица здесь. Слушай, Нубик, я пока не могу найти ни одного листочка. Это хорошая, это прикольная маска, моя любимая, но я так испугалась, если честно, когда увидела. Всякие рожи сами понадевали, я вижу тебя. Так, короче, Нубик, взлетаем еще раз. И пугаются. Так, последний раз пробуем этот способ. Давай сейчас. Чё за фигня, почему? У меня способ с этим провальный какой-то был. Опа, нет, у меня получилось, слушай, еще раз, вот я сейчас, опа, зафиксировался. Ага, Нубика вижу, стой! Так, падай вниз. Есть, чётенько. Двери понадкрывал. Так, Леск, слушай, а ты прятала только в доме или на улице тоже? Тоже что-то непонятно как-то. В доме. Только в доме, окей, все, хорошо. Да. Хорошо спрятала, получается. Да. Только в доме? Ну вы что нашли такой? А в один нашли только? А, нисколько не нашли. А, у меня... Или у тебя найдено, Нубик? А, у тебя найдено, а что ж ты молчишь-то? Один найден. А что ты молчишь-то, говорю тогда? Не говорила. Так я в первом раунде уже два раза говорила, что я нашла. А, да? Окей.
Стоп, перезарядка. Да что дверь-то закрывает? Вот тут она дверь закрывает. А когда мы в нашей деревне жители не закрывает? Потому что... А тут я в телеке, кстати, есть. Нубик, Нубик, что ж такое-то? Со спины подстрелили! Это что такое? Боже мой, капец какой-то. Иду, а там поднимается и в верстак наверх на потолок улетает. Какие-то поршни заработали. Ой, ну какие тяги. А где ты нашла? В каком месте? Тяги, симпатяги. Передача, какая комната-то? Не знаю, там какая-то длинная комната. В первом передаже это что такое? А что? Ничего, ну просто чтобы понимать, вряд ли она прятала все листики на одном этаже. Так. Ну, понятно, но только в той комнате я нашла, да? Нубик нашел следующий листик. О, правда? Да, я предлагаю возвращаться назад и следующий способ подрубать уже. Давай. Подрубать. Так, все, отлично, давай. Два листика есть, уже неплохо. Так, что, способ третий только. И тут Нубик вообще просто много всего. Короче, ты тогда строй, наверное, понимаешь что? И видишь, что листики тут лежат? Да. Вот, давай мы это сейчас сразу сделаем. Так, короче, раз, два. Так, это вот так вот снимаем. Так, опа, готово. Так, вот это будет просто нечто. Так, Нубик, а я пока что, короче, все заправлю. Тут кое-что сделаю. Так, короче. Так, сюда, 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 сюда. А мне за тебя строить? Давай можем одну штуку только сделать. А ловко ты это придумал, что так, и где? Я тоже сам вначале. Так, что такое не строит вообще? Нет, ничего, Леска, ничего не строим. Так, я знаю, как это мы убрали. Так, и остается последняя штуковина. Это получается вот это и вот это. Шеди, а ты пупс? Возможно, Нубик, откуда я знаю. Так, короче, Нубик, давай, я тут это делаю. Давай, Лизоуни, посмотри. Нубик, можешь отправляться уже на первой тяге. Что-то серое и желтое. Вот на этой, да, давай. Я пока все остальные тут заправлю. Так, тут заправили. Это зачем мою машину-то взяли? Так, здесь сделали. Давайте, друзья, быстрее. А то там Нубик уже находится там, и я все еще нахожусь здесь и заправляю эти тачки. Так, ездит какая-то голова. Это какая голова? Подожди-ка. Ленска, что ты начинает разгревать? Это я, что ли? Слушай, Нубик, у меня идея получилась. Появилась в ней. А что будет, если на этой машине наехать на джампады? Я сейчас попробую. Что за фигня? Сейчас вернусь. Шади, идея получилась. Так, я вот тут стою. Нубик, пошли вместе, две Лески на одной машине просто. Давай. Жесть, на одной машине, говорю, куда ты в вторую машину садишься? Йоу. Поехали. Ну-ка стоять. Воу, нифига себе, вот это просто топчик. Вот это я надеюсь, что она не развалится сейчас. Ой. Нубик, все, она не едет, короче, давай выходим. Приехали. Ой. Ой, я в конце. Нубик, ну как так-то? Это что за звук жесткий такой? Это... Леска, это нубический капкан был. Это потому что я в Леске раскинула, вот у меня уже начинаются проблемы. Так, это, извините, пришлось сделать, потому что я ничего не вижу. Так, все, вижу, где вас... А, нет, слушайте, тут... Ого, сколько тут рамочек-то везде находится. Так, друзья Леска, мои. Леска, ну где? Так, здесь ничего нет. На два, если у тебя один. Так, да, у меня один. У меня тоже один, значит, получается, что я два. Я поняла, потому что один плюс один — это два. Так, железная логика. Так, в этой комнате я уже прятался от Лески, она сюда закидывала гранаты, и она сказала то, что здесь ничего нет, так что я отправляюсь дальше. О, как я-то испугался, Нубик. И что это? Это ты! Я же говорю, я испугался. Капец. Я закрываю дверь, главное, ай! Что за нашествие Лесок в моем доме? Что? Я еще главная дверь после тебя, когда убегала, закрыла так. Я думаю, зачем ты закрываешь, если это я бегу? А вот я думаю, почему ты от меня убегаешь и боишься меня? Ох ты! Это Нубеску я вырубила. Так, где Шедоуни? Нубеса! Где-то? Ну, так, разыскиваю. Здорово! Стой! Да что такое-то все Лесками стали? Ну что за мода, а? Это потому что мода новая прошла. Леска, ты модель. Я тоже вообще-то ловкая, я тоже прыгаю. Давай, Леска, посмотри, сколько ты ловкая. Попробуй меня найти. А это розовый скинчик-то мой хороший, видно везде тебя. Чё-то пока что не видно, видимо, тебе. А потому что я еще не успела, подожди. Нубик, давай ищи пока что листики. Я не понимаю, где остальные листики. Ай, ты как меня? Нога что ли торчала или чего? Да, нога торчала. Капец. Так, Нубик, ладно, давай еще пару раз попробуем этим способом, будем переключаться дальше. Пим-пар-пам-пам, так, стоим. Че, как, Нубик, делаем? Через трамплин или через джампад? Да, через трамплин. Давай. Пим-пум.
Так, смотри-ка, что она тут мин понаставила, просто я не знаю. Пипец, это что за ужас вообще? Так, слушай, ну что, будем отсюда высаживаться, наверное? Так, с помощью крюков сейчас мы с тобой заберемся. Так, опа. Сюда а сразу. А что это ты? Я думал, что конечно, блин, нубик, а как леска, что ли, с нашего старта леска, что ли, будет ехать с тобой? Просто... Ё-моё. Хм. Нашел, нубик, какое же место тайное здесь было? Прикинь, вот здесь вот смотри, на столбике. У нас с тобой уже три, да. Целых три нубик листочка есть. Осталось только последний. Мне кажется, слушай, тогда сейчас предлагаю вернуться и использовать четвертый способ уже. А это ты, Ада? Да, это я. Нубик, да сколько друзья, раз можно? Друзья, ну вы вообще уже, ну... Так, четвертый способ. Это знаешь что, нубик? Ага, так. Что? Так, кирочку, так, кирочку. А я сейчас подсматривать буду. Вы не думайте. Пошли. Алло! Да-да, давай. Мы тебя слушаем. Короче, ну, кстати, вот так а вот что мне отвечаете, как будто вообще ага. полный игнорит не, вообще. Не, все, все. Опа, вот так ставим, вообще. Видишь, что происходит? Опа, и а все. А где вы? А вон там леска, где-то находимся. Так, слушайте, это вот это вот... Тихо, так, не надо. Можно много нубик таких штук сделать прям. Да. Погнали, что за много штук здесь? Пирожочки, что ли, лепите там? Алло. Пирожочки, нет. Друзья мои. Так, нубик, слушай, я, наверное, стану самим собой и надену костюмчик. Точно, можно же самим собой стать. Так, машину свою вижу. Конечно, друзья, сдавайтесь. Маска, это топовая. Давайте, я ну, так если она где-то здесь, это последняя рамочка с листиком, только тут очень темно и ничего не видно прям. Хм. Что такое, интересно? Я не знаю, я смотрю тут. Вау, леска, здорово! Так, перезарядка в дурацкий нубик, момент. Нубик, я кручусь всегда. Тут на веревочке. Нет, нифига, леска, ты как я попадаю жестко. Доуни, Доуни, отлетел. А леска только в доме спрятала? Да-да, я же уже спрашивал ее. Так, друзья. Нубик, один листик, нубик. Один, мы с тобой очень близки. Так, еще раз, уже 200 раз одни и те же комнаты сканирую, она. А, простите, я не буду кричать больше. Смотри, еще шмыгнула я. Нубик, да короче, мне прям... кажется, что последний листик где-то тоже в этом общем коридоре. Слушайте, ну я проверила места, которые были такой хитрые. Вы вот их нашли. Самые хитрые уже найдены, понятно. Получается, такие более обычные. Так, ну здесь я проверял уже за столом, там я проверял, тут я там тоже вроде как бегал. Давайте еще раз пробегу, да. Так, ну. Ладно, ищи нубец. Где же этот маленький сейчас... последний листик? Фору даю. Я не знаю даже. Я, нубик, тебе скажу сразу, на кухне его не, нету, можешь не идти времени тратить. Ой, Лес, какая ты добрая. Ой, пи-пи-пи. Ох! Так, библиотека. В ней я был, здесь сундук находится. Тут я не знаю, что... Балконы, слушай, ну их может на балконах что-то на улице здесь нет. где-то лежит. Не, нет? Не, не, не. То есть внутри прям нет. все, да, получается? Да-да-да. Нет! Это было больно. Я честно без понятия, говоря. Я тоже говоря понятие без, честно, если. Ну вообще, напугали все. Магистр Йода какой-то пришел. Друзья, ну вот какой-то вам вот трудом, с трудом дает. Чё-то нелегко, дом большой леск себе построил прям. Ах, леска, леска, леска. Это какой-то еще такой замудрённый этот дом. Ай, стреляют. Так, откуда идешь? Ниоткуда уже. Так, ладно. Ну, ладно. Тяжело. Нубик, пошли в пятый способ, короче, финальный. Мы должны это сделать с тобой по-любому. Сейчас, о, Леска, а ловко ты это придумала, я тоже сам вначале не понял. Способ молодец. Пятый, погнали. Нубик, о, это ты. Самое, короче, смотри, что мы с тобой. Способ... Леска, выходи на балкон на так. второй этаж. Нубик, ты садись как в танк. Так, я возьму вот это. Что, реально у деда взяли? Смотри, Леска, там сейчас такое кино будет происходить, ты просто офигеешь. Так, Нубик, я возьму вот это. Смотри, садись, Нубик. Сажусь. Так, готово? Что-то я думаю, уже второй мы не найдем этот последний листок. Смотришь на улицу? Жди меня. Да. Так, я так, смотрю. Стой, Нубик, сейчас. Сейчас середку сюда встану. Леска, смотри. Так. Возвращайся. А что они пробили? Вообще, вот это прыжка пробила. Нубик, еще взрывчатка нужна. Погоди, что-то не по плану пошло немного. Есть еще взрывчатка. Есть еще, есть еще. Давай, давай, едь вперед, Нубик, едь вперед. Да я же не проеду. Я думаю, что... Так, должно получиться. Так, отойди в сторону только. Это набор деда, да? Отойди, отойди, сейчас подорвет Нубик, встань пока. Как я дойду-то?
Вот это звуки. У вас ракета внутрь этих гранат. О, Нубик, давай вперед, я тебе тут это проложу, короче, дорогу. Это что, Нубеса на танке въезжает? Вперед, давайте просто вперед. Ну, Боуни заходит к леске за последним листочком. Капец, Нубик в гости приехал. Надо маску снять, будет еще эпичней. Дедулька в гости едет ко мне. Леска, ладно, давай нам подсказку, что ли, какую-нибудь. Айзек, где у тебя последний лист на каком этаже? Хей, я сама сейчас пытаюсь найти. О, так ты, может быть, его не спрят. А может, он и отвалился, действительно, когда ты еще гранаты кидала? Нубик, погоди, а зачем нам последний листочек? Пойдем попробуем подобрать код, может быть. Ох, тарелка. Нубик, как у тебя кьюти цифры? 4. У меня 9-4. А, может быть, 9-9-4-4. Давай попробуем. Так, не работает. Значит, 9-4. Слушай, мне кажется, возможно, последняя цифра, она все-таки какая-то отличающаяся. Оказия вышла. Ну, не знаю, потому что это слишком просто было бы. 49, ну да, 49-49, 94-94, 99-44, 44-99. Не, ну так это фигня какая-то. Ну что, подсказку давать вам, друзья? Ну, а где последний листик-то? Шелли, я бегаю еще, честное слово. Короче, давайте, ребята, из-за того, что Лисауди не может найти, то так либо он ликвидировался в тот момент, когда реально там взрывался. Походу ликвидировался, мне кажется, точно ликвидировался. Так что будем... Короче, там восьмерка. Так, и что, какой получается? Так. Нубик! Что? Смотри! Что? Какой? Мы сделали это, мы открыли сундук. Какой код-то? 9484. Да, это правда. Тут Нубик алмазы и... Так Лиска же сказала. А-а-а, ух ты, и ключ. Да. Ну что, друзья, думаю, то, что на этом мы сегодня закончим. В общем, не знаю, это было прикольно, особенно последний способ, когда Нубик к леске на танке, короче, заезжала под дымом. Мне кажется, это было прям реально кино настоящее. Это эпично, прям как в фильме, да. Друзья, ну что, а на связи был Шадимайн. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.